«Никто, кроме нас» – девиз десантников. Этот лозунг можно было услышать сотни раз 2 августа. Ежегодно в этот день «Голубые береты» отмечают свой профессиональный праздник. В этот раз у крылатой пехоты юбилей – 85 лет. Как в Тамбове отмечали день ВДВ, расскажет Александра Бупушой. Точкой отсчета праздника стал монумент в память воинам-землякам, погибшим в Афганистане. Ветераны разных лет и действующие десантники собрались на митинг, чтобы поздравить друг друга, встретиться с сослуживцами. Все атрибуты с ними – флаг, голубой берет и тельняшка. Союз десантников России сердечно поздравляет всех десантников. Желает всем мирного неба над головой, здоровья крепкого богатырского. На празднике был ветеран Великой Отечественной войны, десантник 106-й дивизии ВДВ, участник боев в Венгрии и Германии Иван Балахонский. Иван Николаевич говорит, что в душе его хранится боль по погибшим товарищам, но нынешнее поколение вдохновляет его и дарит уверенность в спокойном будущем. Вот я вижу молодых, крепких ребят, вот я фотографировался с ребятами, богатыри. И во мне, значит, есть желание жить, передавать свой опыт, опыт не только свой, но и предшествующее поколение наших отцов. Многие десантники пришли с семьями. Кстати, были и те, кто не служил в этих войсках, но помнят и чтят подвиги родственников. Его дед прошел в армии до полковника 45 лет, воздушно-десантные войска. Еще один дед, теперь они все покойные, к сожалению. Прошел достаточно серьезный путь от Чехословакии, Афганистана по горячим точкам мировым. Поэтому этот праздник всегда как бы в сердцах. После митинга праздник переместился на ипподром, где для зрителей десантники провели показательное учение. Крылатая пехота продемонстрировала захват техники вероятного противника. Трофеем разведчиков стали бронеавтомобили. Также десантники показали прием рукопашного боя с оружием. Выступление с комплексом ударной и бросковой техники. Прием рукопашного боя с оружием. А для желающих перекусить работала военно-полевая кухня. Гречневая каша, чай, хлеб. Просто, быстро и на свежем воздухе. Мы раздаем вот с полевой кухни, прям тут приготовлены каши. Раздаем бесплатно. Александр Попушой, Евгений Михеев, Александр Щеднов, область новостей.